Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress at Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A10. И в этом видеоролике мы вам покажем, как установить на этот телефон защиту в виде пин-кода. Для того, чтобы это сделать, мы заходим в настройки и в настройках выбираем пункт «Экран блокировки». Дальше выбираем тип блокировки экрана. Это может у меня быть рисунок, к примеру. Давайте я выберу, как будет у вас. Нажимаем тип блокировки экрана, после чего нам предлагают поменять тип блокировки экрана. По умолчанию здесь стоит пункт «Провести по экрану без какой-либо защиты». Мы можем также выбрать рисунок, пин-код, пароль, а впоследствии еще добавить свое лицо. Давайте установим пин-код. Здесь пин-код от 4 до 16 цифр. Давайте, к примеру, сделаем 4 цифры. Плюс здесь есть вот такой вот интересный пункт, который называется «Подтверждать пин-код без касания кнопки ОК». Смотрите, когда мы будем вводить пин-код на экране блокировки, у нас будет кнопка ОК справа снизу. И хотим ли мы подтверждать пароль с помощью данной кнопки, или хотим ли мы, чтобы наш телефон разблокировался сразу после того, как мы вводим правильный пароль без кнопки ОК. После этого нажимаем «Продолжить». Вводим пин-код еще раз. Нажимаем «Да». И нам предлагают настроить уведомления на экране блокировки. Во-первых, мы можем их здесь вообще включить или выключить. Также мы можем выбрать стиль просмотра уведомления, скрыть содержимое уведомлений на экране блокировки, чтобы у вас не показывались какие-то конфиденциальные данные на экране блокировки. Также настроить прозрачность фона наших уведомлений на экране блокировки. Можем реверсировать цвет текста, это будет более видно, когда мы переключимся на более высокую прозрачность. После этого нажимаем «Готово». Нам предлагают создать резервную копию, вы можете ее создать, после чего мы пытаемся разблокировать наш телефон и видим, что нас просит ввести пароль, поэтому я ввожу пароль, я ввожу 4 цифры, и я не ставил там галочки, поэтому я нажимаю ОК. Если бы я поставил там галочку, мне бы не пришлось каждый раз на моем устройстве нажимать еще дополнительно ОК, у меня телефон бы сразу разблокировался после моего ввода пароля. На этом будем заканчивать. Больше видео про это устройство, какие-то распаковки, тесты камеры, тесты производительности в играх и так дальше найдете у нас на канале, так что обязательно заходите, подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!